в мобильном составе. Игорь Лазарев, Александр Чернышов. Поскольку здесь собираются чаще всего музыканты... А лучше вот так вот или вот так вот? Как это сказать? Вот так очень хорошо, вот это шикарно. Собираются чаще всего либо музыканты, авторы-исполнители, либо люди, которым все это вообще интересно и близко, то сегодня так что-то получилось, что я вот в этот свой маленький сет включил песни, которые все, их будет всего три, но они будут ужасно длинные, поэтому откомпенсируют свое количество. А все эти песенки будут про тем или иным образом про музыкантов, либо про музыкантов. Все точно, только все три песни про музыкантов. Первая песня называется «Fairy Tale in Bremen Town». Значит, новогодняя сказка в городе Бремене. Как можно догадаться из названия, это про бременских музыкантов. Да. Отощав на гастролях, устав друг от друга, музыканты из сказки вернулись домой. Новый год на пороге, и тетушка вьюга чисто вымела Бремен колючей метлой, и котел наполняет смолой. Кривобокий возок по брусчатке вихляет, и колеса поют на своем языке, надрывая хребет. Ослик еле хромает, а гитары и дудочки стынут в мешке, их не ждали в родном городке. Пес лохматый из лап выгрызает ледышки, кот приткнулся к нему, сладко жмурясь во сне. Им недовольны с фортуной играть в кошки-мышки, ведь отрада в сосисках и в кислом вине это пишут на каждой стене. Мадригалы, консоны, запеты до дыр в придорожных харчевнях за пару монет, где порядочный бюргер имеет свой бир, а хозяин, зевая, латает бюджет, и искусство считает за бред. Но сегодня у нас необычная ночь, вдруг бабахает пушка, и в небе салют, повалила толпа, все развлечься не прочь, музыкантов завидя, горланят, бегут, наконец-то им выпал Зервуз. Зервуз, расчехли свои дудки, и наскоро вздрогнув, музыканты бренчат под восторженный гам, но потопав ногами и быстро продрогнув, их уж тащат к сосискам, вину, пирогам. Батит песен, даешь балаган. Разноцветный шатер седоков собирает, только кто это так разогнал карусель? Вот один за другим все с лошадок слетают, и швырнув серпантином в синюшную ель, с чувством долга домой и в постель. К елке сбредаются нищий и вор, и художник растрига, и пьяный монах, недоучка-студент, и бродячий жонглер, кто-то в латах, а кто-то в дырявых штанах, и над всеми стекляшка и луна. Снегурочек стая,
больных и помятых. Снеговик чуть подтек, ведро на ветрень, и чудной Дед Мороз с бородою из ваты то хохочет, то спит, завалившись за пень, то в такую принесет дребедень, день, 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 дребедень, день, день, день. А потом он несется по городу вскачь, и сердито крича, бородою трясет, и пока его вьюга швыряет, как мяч, старый год навсегда без следа домрет и наступит на нас Новый год. И мы проходили, книжка брошена в угол, у печки тепло, музыкантов уже по местам рассадили, они жарят сосиски, таращат в стекло и считают, что им повезло. Спасибо. А сейчас будет песня, которая называется «Музыкальная школа». Наверное, у многих людей такие вот